хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Леонид Якубович дал поклонникам и недоброжелателям понять, что покинет телевидение на своих условиях. Об этом он рассказал в интервью Кире Прошутинской, которая поинтересовалась, как понять, что пора уходить на покой. «В ту же секунду, когда это перестанет мне нравиться, в ту же секунду, когда я перестану получать от этого удовольствие, я уйду», — ответил телеведущий. Его давно гонят с экранов, не стесняясь в выражениях. Но он не придает значения бульварным статьям и оскорбительным комментариям. Хотя периодически отслеживает реакцию публики. «Мне же регулярно приносят, что там пишут. Бывает, иногда царапает, но я не думаю об этом, сразу отсекаю. Это же интернет, такое дьявольское изобретение для людей, во многом лишенных общения, лишенных возможности выдвинуть хоть куда-нибудь свое «я». Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.